Решила сделать распаковку продуктов, которые можно купить в Харькове и по стоимости сориентировать. Печенье французское. Вот это, если не ошибаюсь, на 32 гривны. Так. Сырок плавленый. Агромол 20 гривен. Так. Черешня. 40 гривен килограмм покупала на 602 на кругу. Туда что-то мне удобно ездить, езжу туда. Котам уличным корм, которых подкармливаем. Не знаю, там есть или нет, решила еще купить. По 11 гривен мяу корм, по-моему. Нет, китикет. Китикет, не мяу, мяу, то дешевле. Еще черешня, это себе и родителям. Вечером надо будет отнести. Мама только из больницы выписалась. Никуда пока ходить не может. Помидорчики 60 гривен килограмм. Ну, красивенькие именно розовые помидоры. Не знаю, видно, не видно. Вот они, красавчики. Так, ну и цена, конечно, красивая. Это укропчик взяла уже на распродаже по 5 гривен. Ну, это так. За 2 дня использовать или на морозилку бросить, долго лежать не будет. Это потому что дней 5 назад он был там вообще идеальный, по 6 гривен, зеленый, красивый. 2 пучка взяла, 1 в морозилку сразу бросила. Так, перчик сладкий, вот такой вот красивенький, по 50 гривен килограмм. Тоже подешевел, был гривен по 70. Огурчики, красавчики. Не знаю, получится развязать или нет одной рукой. Вот, красивейший, отличный огурец. Уже даже думаю, может что-то подконсервировать. Потому что, что нас ждет впереди, никому неизвестно. Так, это еще огурцы. Это тоже родителям огурчики будут. Что-то нам, что-то родителям. Так, кабачки. Так приятно порадовали. Ой, чем-то измазала. А, наверное, вишня раздавилась. Кабачки по 20 гривен килограмм. Опять же, себе и родителям. Так. Так, и что еще взяла? Тут картошка. Картошка молодая, тоже 20 гривен килограммчик. Ну, получается, все, не считая печенья, сырка. Вот это вот все овощи у меня вышли. По-моему, сейчас, чтобы не обмануть, на 230 гривен, если я не ошибаюсь. Так, ой, положила тут вишня, чтобы не придавить вишню. Так, вот это вот все красота. Ну, тут самая, получается, черешня. Ну, черешня самая дорогая, по 40 гривен килограмм. А все остальное очень-очень даже бюджетненько. Еще купила агромол молоко. 30 гривен. Кексики взяла, но мы их уже брали, классные, далеко от дома. 6 штучек, это по 94 гривны килограмм. Так, что тут еще у нас есть? Вот это напиток, я не знаю, это вообще, что-то я его покупала зимой, мне как-то не зашел. Сейчас это просто спасение по жаре. Вот такой вот тут фруктель. Агромол стоит 20 гривен. Ну, недешево, в принципе, для сыворотки с фруктовым наполнителем, но очень вкусно и освежающе. Дальше такое не буду доставать. Тут еще что-то там. Вот это сыр звенигородский взяла по 238 гривен килограмм. А дальше там филе куриное, кусочек масла, сметана и творог. Масло развесное 240 гривен килограмм. Сметанка 45 гривен килограмм, была по 43. Творожок 60 гривен килограмм. Ну, как бы тут все такое бюджетная. И денег немало ушло. Филе 124 гривны килограмм. Ну, такие покупочки в Харькове можно сделать.